понимаешь, что когда его посадят, тебе понадобится новый смысл жизни? Бейсбол, филателия. Джонс, хватит. Нет, правда. Ты когда в последний раз в кино был? А с девушкой когда встречался? Слушай, Джонс, я понял, что ты хочешь сказать, но давай отложим. Хорошо. Ладно, напарник, можешь дальше играть героя. Но когда Джерика окажется в камере, мы с тобой оторвемся. Идет? Договорились. Ты только девушек домой не води, пока порядок не наведешь. Серьезно, так как в эпицентре взрыва. О, Господи, когда же ты прекратишь? Ладно, ты доволен? Знаешь-то, напарник, может, ты прав. Мы переключаемся на камеру с нашего вертолета и видим, как конвой выезжает в город. Полиция оцепила все улицы по пути следования машины в здание суда. Мы вернемся в прямой эфир через 5 минут. Оставайся на месте. Пошли по пиву. Ха-ха! Я угощаю. Черт возьми! Ах ты, зараза! АК-30. Мы едем на помощь ребятам, попавшим под обстрел с треклятого вертолета. Фургон 3-0, прием! Нужна срочная эвакуация! Быстро, быстро! Сам своим не верю! 40А-30. Идем на восток по Фримонту. Преследуем Джерика. Пришлите подкрепление. Я должен был тебя послушать. Черт, я идиот! Посмотрим, кто из нас больше идиот, когда возьмем этого гада. Не упусти его, Тана. Да, все по плану. Не дури, Тана. Thank you.
Эй, он смылся туда. Я вижу.